Я, в принципе-то, не против. Я одну увеличу, здесь и так и хватает. Но мне надо желез, тогда будто себе улучшу до такой степени. Вот это будет шикарно. Ну, теперь он 3 будет добывать, да? Значит, это крафтинг скилл отвечал. Так, я могу как раз увеличить 2 еще себе. Я сейчас там попищу. Так, вот это я, пожалуй, выброшу. Ган мне явно не нужен. Так, ну, вроде бы мы все собрали, что могли. Здесь у нас что? Тилвер. О, вот это вот пригодится, кстати. Так, Animal Hate, Animal Hate, тут Блуд. Я, наверное, выкину. И здесь я шахту хотел бы улучшить, но не могу, ресурсов нет. Так, ладно. Пошли, тогда посмотрим. Мы шахты можем улучшать. Ай. Сейчас с железом попробуем поиграться. Мне страшно подумать, зачем роботу кровь. Вот ей-богу. Шкура, ладно, там кровать сделать себе, лечь отдохнуть на теплом месте роботу. Точно я за робота играю. Вот у меня, вот, знаете, такой вопрос возникает все четче и четче. На кровать поставишь, колонисты налетят, будут спать, только ты будешь работать. Их прибью во сне. Да, скиллы солдата, конечно, не развиваются, мягко сказать, хреново. Не, железа здесь много. После того, как я нашел титан, 95% моих проблем ушло, конечно. Но еще подбавилось столько же. Зачем нужен сульфур? Ну, это, ну, явно на патроны. По-другому быть не может. Потом надо попробовать винсай сделать. Но тут опять же развиться сначала надо. Так-то просто это не получится. Так, заправляем наши генераторы. Не по фулочке, но по-хорошему. Хотя, давай-ка по фулочке. На дольше хватит. Нам уран там тоже нужен на производство, так что я немного туда заброшу. Так, ребят, вы производите, молодцы. Так, не сюда. А чего нам здесь не хватает? Ну, дайте угадаю, железа не хватает, да? Так, здесь у нас чего? Кто-то у меня такое впечатление, будто ездит, собирает эту погонине, которая, в принципе, здесь не нужна.
Хотя, может, я это все закидывал, не помню. Так, это забираю, это тоже забираю. Силвер вам отдаю, мне он не нужен, в принципе. Что мне тут еще может пригодиться-то? Пластик может пригодиться и... Того, чего сейчас нету, да? Это плохо то, что у меня этого нету. Мне нужно больше вот этих палочек синих. Гораздо больше. Я не знаю, куда тогда Advanced Shield Boost пихать. Куда и кому, блин. Так, что, сталь закончили? Погоди, вы закончили производить сталь? Хорошо. А где она? Опять же нету. Слышите, я вот что-то сейчас не понял, народ. Вы здесь колбасили тонны стали. Пластик не в счет. Это тоже. Эта хрень тоже не берет сталь. Где, блин, сталь? Ха-ха-ха. Не смешно. Знаете, что ли, вся ушла? Серьезно? Так до хрена? Тогда я делаю по-крутому. Выбора нету. Материал процессор. Да я знаю, что это такое. Так, сделай ко мне... А, нет, не этих пружин, а... Вот зачем нужно это топливо дурацкое. А, вот, Hardbenders я понял. Кристалл нет. Мне, пожалуйста, Купер Винг. Они там понадобятся на очень многие дела. Пошли, модернизируем наши железные шахты. Черт, это что, реально, друзья мои, так все это ушло? Слушай, ну это вообще какой-то кошмар. Не то, что железо не напасешься. Еще и силикон надо будет, мама, не горюй. Неожиданный нежданчик. Зато он и нежданчик, да? Да, слушай, конечно, меня они удивили сейчас. Очень сильно. Блин. Я думал, меня уже почти ничем не удивить. Угу. Толчки усиливаются, надо укреплять фундаменты будет. Да ё-моё.
Может от того, что у меня большая база, это все взаимозависимо. Смотри, сколько он убирает-то. Это довольно много. Да, надо укреплять, короче, будет фундаменты. Я пока за ураном сбегал. Будто планета сама сопротивляется, да? Прикольно сделано. Слушай, продолжается еще. Это мне не нравится. Ну они ремонтируют он вдвоем, почему их и поставил. Значит, мне уже давно весь дом развалился. Да, тут опасненько становится. Так, я буду уран сюда складывать. Так будет пооптимальнее, по-моему. Ну слушай, чё, у меня 400 стали уже. Здесь глаз еще нужен, да? Фундамент улучшать, вот зараза. Делаем тогда глаз. У меня... А погоди, стекло, да? А стекло нам нужно вот такая хрень и такая хрень. Оп-оп. Вот так вот. А вот этого зеленого у меня очень мало, да? У меня вот воды обычной до хрена. Так, мне надо тогда попробовать где-нибудь еще найти петролиум. Петролиум. Как бы все хорошо, но да. Ой, ёлы-палы, здесь как все разрушено. О, ребята починят, полетают. Ну да, землетрясения, конечно, конкретные здесь сильнее и сильнее становятся. Я так сделаю, хотя бы увеличу. Я просто знаю, что у меня одно месторождение петролиума, но больше у меня вроде бы, блин, нету. Да, теперь три их там будет. Так. Не, помнишь, у меня поблизости нет месторождений. Тут искать, наверное, бесполезно будет мне сейчас. Хотя давай сплаваем немного. Блин, я очень сейчас что-то... Ну, там далеко тянуть. Ездит мы, ребят, также дропы собирают вот эти вот, которые около базы очухиваются. У меня оттуда столько дерева и появляется, я тут недавно обратил внимание. Так, там у нас одна залежь петролиума или все-таки несколько? Так, силикон, да нафиг нужно. Ай, полно всякого, но не того, чего нужно, да? Там одна залежь всего лишь, ну елы-палы.
И что это такое? Она, наверное, собиралась подойти к моей базе и там что-нибудь порушить, но застряла в воде. Это хорошо. Ага, две залежи петролиума. Две залежи, говоришь, да? Рядом. В принципе, можно будет поиспользовать. Ладно. Верно, протянем тогда здесь. Жалко, железа по пути нету. Далеко все равно тянуть. И бегать рядом с той хренью мне как-то не очень прельщает, если честно. Блин, где что ли поближе нету? Не, походу нету. Мне хотя он сейчас не нужен, но все равно зацапаю. Что я им улучшать фундамент, ну, вряд ли буду. Я сейчас стекла наделаю, возможно, подулучшу. Но про то, что требуется вот эта вот нефть, сколько там ее требуется? Просто какой. Так, ладно. Что у нас там по роботам ты делаешь? Ты мне пытаешься Advanced Core сделать, но тебе не хватало ураниума, да? Так, нам надо сделать, короче, робота. Мне нужно железо и ядро. Ядро есть. Всего лишь одно, что ли? Это печально. А железа-то нету. Ой, ты ебаный Матышкин, да? Железа нету, надо за железом бежать. Да, с железом сейчас у меня тут напряженочка пока временная. Ну правильно, я столько стали зарядил делать, там, блин, это писец какой-то. Ничего, потом сейчас стекло будем делать, потом улучшим фундамент, уже будет попроще. Я начну производство микросхемы, все с этим связано. Нужно построить одного робота, которого чисто организовать на микросхемы. Ой, на роботикс. Будет уже попроще. Третью поставил на железо. Не хватает уже. Ну, в принципе, сейчас железо нормально при тараканию. У меня же давно не было, я еще бегал. А, кстати говоря, по пути, я так прикинул, можно, конечно, поставить еще добывающие шахты, но я боюсь, будет проблема в том, что я пока буду бежать до урана, на полпути к урану я уже буду забить железом. Так что нет, не вариант. И роботов, да, я тоже посылать не хочу, мне проще самому побегать, потому что потом роботы теряются, а статистику робота, кто чем занят, я посмотреть здесь не знаю как. Было бы неплохо, конечно, посмотреть, какой робот чем занят. Это бы мне сильно облегчило жизнь, так сказать. Но пока вот так вот закидываем им. У них было чем работать. А здесь делаем еще одного дрона. Даем ему задание.
А, ну тут долго будет строиться сейчас. Пока кое-кто не улетит, да? И очень сильно повреждена у меня работилка. Да, дронов тоже, я смотрю, мне покоцали. Он построится через какое-то время. Я так и не понял, почему так происходит, но они бывают дольше строятся, чем обычно. Ядро. Ну, ядро-то там есть. Потом надо бы построить еще вот этих вот ядер ихних коровских. Штук 10, я думаю. Ну, конечно, стали они мне наносили. Блин, не горюй. Мне по стеклу интересует, а вот стекло. Все. Давай мы немного подулучшим фундаменты. Значит, на дуру у нас пружинки. Вот зачем я их делал. Хотя бы что-то понятно. К сожалению, по структуре они никак отличаться не будут. Но хотя бы их отремонтируют. Потому что что-то как-то мы ремонтом не занимаются. Это для меня фатально может быть сейчас. Я заниматься ремонтом не горю желанием. Так, в принципе, двери улучшать будем. Ну, блин. Если улучшать, и двери надо, и все остальное. А, нет, смотри, цвет другой становится. Значит, отличить смогу. Так, и обязательно сделаем под этим усиление фундамента под ком-центром. Он мне, зараза, дорого обошелся. Так что нифига. Да, это жесть. Ого, 20. По 20-очке опыта дают, кстати говоря. А, это неплохо. Увеличение щита? Ну, я, в принципе, не против. Ну, а чё? Увеличенный щит. Это хорошо. Так, ну они мне сейчас будут тут строить, я сейчас подумаю. Наверное, к Петролиуму всё-таки я поведу линию. Хотя... Сколько здесь требуется ресурсов на эту хрень? I love this.
А, так там water нужна. Слушай, вообще не проблема, здесь water нужна. Я просто затупил немного. Как-то не рассмотрел до конца. А насчет water... Порядок. Ладно. Айлкоры. Крафт. Я сейчас тогда ураниум кристаллы сам возьму. Ну их лесом. Пока они там достроят что-то, это 10 лет пройдет, я так чувствую, да? Ай, надоели. Ладно. Увидимся немножко попозже. Тут немножечко тогда поднастрой сейчас робота 2 сделаю. Почему они ремонтом не занимаются? Надо как-то определиться. Что-то это как-то плохо будет в скором времени мне. Понаехали тут. Работать даже не дают, прикинь. Жесть. Так, отбились. Вот метель как-то не вовремя приперлась. Ну, в здании нас повреждать не должно. Чё? Снежная буря, что ли? Не, потихонечку побеждает. Потихоньку побеждает. Так, у меня через окна, наверное, продувает. Здесь просто не предусмотрено. Хороший вопрос. Ну, она быстро кончилась.
Так, пошли попинаем еще пиратов. Послал всех дронов дерево собирать. Сейчас посмотрим, сколько народу вылезет здесь. Ну, не так и много. Crush him.